Здравствуйте, дорогие друзья. Я Николай Прохоров, тот самый, который сейчас находится далеко от вас. Поздравляю вас с наступающим 2012 годом. Как известно, 2012 год будет годом апокалипсиса. Знаете, я в это верю. Много плохого уйдет из этого года, что-то вернется, но останутся действительно вечные вещи, которые они были всегда, будут, и, в общем, они вечны. Один человек, который в том году выжил в авиакатастрофе, говорил, он вспоминал, как они падали, и он в преддверии смерти он думал всего о трех вещах. Реально о трех вещах. Первое, это о бесцельно прожитом времени. То есть о времени, которое он прожил, грубо говоря, зря. И первое, что вам хочу пожелать, это пользоваться каждым мгновением жизни в будущем году. Каждым абсолютно, потому что завтра может не наступить. Не надо откладывать все на завтра. Второе, это то, что он мало общался со своими близкими. Он реально жалел о том, что он много работал, просто с ними не общался. Позвоните им, поздравьте, им будет приятно. И вы более продуктивно проведете свое время. Ну, а в-третьих, то, что он осознал, что главная цель в жизни – это стать хорошим родителем, хорошим отцом. Я знаю, дорогие друзья, многие из вас в этом году родят. Да, действительно, у меня многие друзей в этом году станут родителями, и я их с этим тоже поздравляю. И действительно, желаю им искренне, чтобы они в этом году начали реализовывать себя как действительно родители, потому что от них зависит, чтобы вот это поколение новое, эти дети, как многие наши соотечественники, не просрали свою страну в погоне за наживой или не оставили свою жизнь в проводах интернета. Поэтому я искренне вас еще раз поздравляю с Новым годом и открываю бутылку замечательного напитка Боржоми и желаю вам пить Боржоми вовремя, пока почки не отвалились. Всем удачи, счастья, благополучия, реализуйте себя и с Новым годом!